Жестокого грабителя, который избивал и грабил женщин, задержали полицейские. Накануне в полицию с заявлениями обратились несколько одесситок. Действовал вор дерзко и по отработанной схеме. В вечернее время суток он следовал за ними в подъезд, и при выходе из лифта он их избивал и похищал их имущество. В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий был установлен данный гражданин. Им оказался местный житель 26 лет. Со своими жертвами вор обращался довольно жестко. Так, на одну из одесситок напал на лестничной площадке ее дома. Ударил по голове, сорвал с шеи золотую цепочку и убежал. Теперь грабителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет. И сколько грабежей? Ну, не знаю, там посуда будет видно. А в каком районе совершались? Перевск.